Они преодолели путь длиной в год, чтобы увидеть себя в списке поступивших в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. В жизни первокурсников новый этап. Первые зачеты, курсовые сессии. По сложившейся традиции, в последний день лета первокурсников посвятили студенты БГУИР. Клятва студента, поздравления деканата факультетов, творческие подарки от студенческих коллективов. 31 августа состоялось торжественное посвящение первокурсников в гордое звание студент БГУИР. Помимо этого студенты могли задать любые интересующие вопросы куратору и старшекурсникам, а также получить памятные подарки с символикой университета. Первокурсники военного факультета смогли почувствовать себя студентами первыми. В этом году 72 парня и 10 девушек произнесли воинскую клятву. Клянусь, достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. Всего в 2022 году на гимнную форму обучения было зачислено 2187 ребят. Их ожидают 4 года интересной и насыщенной учебы, общественной и научной жизни в БГУИР. Я ожидаю от студенческой жизни в БГУИРе много кайфа. Я ожидаю найти новых друзей, хорошо проводить время, получить новые знания. Я считаю, что первый все-таки страх первокурсника считается, ну, обоснованная, я думаю, сессия, так как сессия у нас это что-то непонятное, это что-то странное и, ну, безусловно, страшное. Наверное, главный страх, чтобы не отчислили. Учебный год стартовал, и желаем первокурсникам ни хвоста, ни отчислений. Учитесь, общайтесь, развивайтесь и наслаждайтесь студенческими годами вместе с БГУИР. Увидимся летом 2026-го на вручении дипломов. Диана Пантюк, Федор Скорняков и Кирилл Драцевич. Молодежное телевидение БГУИР.